Денег я зарабатывал не особенно много, но все равно выходило больше, чем на ниве розничной торговли. Этой ночью на проспекте Вернадского был убит директор Лефортовского кондитерского комбината «Жилин». Его джип «Гранд Чероки» был расстрелян из проезжающего автомобиля. Следствие полагает, что убийство Жилина связано с его профессиональной деятельностью. Возбуждено уголовное дело. Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться для срочного сообщения из осажденного Белого дома. Как стало известно, съезд народных депутатов отстранил от должности президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Привет, девчонки! Привет, мальчишки! На 13-й странице статья с моей фотографией. Александр, во! Советскую ментальность? Ее нужно выдавливать, как прыщ, капля за каплей. Что такое советская ментальность? Если он будет не глотал, я ее, ну, значит, что утратил. Поработав несколько лет таксистом в Нью-Йорке. Как говорится в рекламном бизнесе, разные cultural references. Бинго. Что такое советская ментальность или совок, я понимал не до конца. Но с точки зрения моего нового нанимателя Дмитрия Пугина, я и не должен был ничего понимать. Я должен был ею обладать. Смотри. Совок уже почти ничего не производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить. Значит, сюда скоро повалят товары с Запада. А вместе с ними хлынет волна рекламы. Но ведь эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие, как cultural references. Мы с тобой берем и загодя, понимаешь, загодя, подготавливаем болванки для всех серьезных брендов. А как только наступает время, мы переходим с папочкой в представительство и делаем бизнес. В качестве пробного шара попробуй Спрайт. Они собираются внедряться в Россию. Учитывая многочисленные обращения в мой адрес, руководителей субъектов Российской Федерации, групп депутатов, участников конституционного совещания, граждан России, мною предпринято следующее. Как известно, в странах Восточной Европы Кока-Кола является скорее идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком. Если, к примеру, напитки Херша обладают устойчивым вкусом победы, то Кока-Кола обладает вкусом свободы. Короче. Окей. Рассмотрим классический позиционный слоган «Спрайт де Анкола». Для отечественного потребителя термин «Анкола» имеет широкие, антидемократические и антилиберальные коннотации, что делает его крайне привлекательным в условиях военной диктатуры. В переводе на русский «Анкола» будет не «кола». По своему звучанию, похоже на имя Никола, и вызываемым ассоциациям, это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов. Спрайт. Никола для Николы. Возможный текст для рекламного ролика. Я в весеннем лесу пил березовый спрайт. Анкола – это слоган севенапа, а не спрайта. Но это ничего. Использовать можно. Так что можно считать, что экзамен ты сдал.